Последние несколько лет активно развивается современное городское пространство. Набережные на территории поймы реки Сати стали любимым местом отдыха саровчан. Жилой комплекс «Саровская ривьера» часто мелькает на снимках жителей города и рекламных фотографиях. Как мы видим, «Саровская ривьера» сформировала новый образ жилой застройки городов Росатома и уже стала визитной карточкой города. Это очень важно для компании «Саров Инвест». Новый микрорайон влился в городскую среду и включен в избирательный округ номер один. Набережная от улицы Садовой до понтонного моста стала логичным продолжением проекта по благоустройству. Ухоженные деревья и газоны, дизайнерские лавочки, живописный вид на реку. Что еще нужно для неспешных летних прогулок с семьей или друзьями? Здесь мы с вами видим, что уже практически завершены работы по благоустройству пешеходной набережной на участке от улицы Садовой до понтонного моста. Сейчас уже ведутся работы по формированию и укреплению береговой линии по той же самой технологии с использованием габионных конструкций. Ведется планировка участка. Застройщик рассчитывает закончить работы по благоустройству набережной к концу лета. После этого в планах установка спуска к воде для отдыхающих и пирса для катания на лодках, катерах и катамаранах. Многих интересует вопрос, возможно ли объединение этих двух набережных? Да, этот вопрос прорабатывался, и, в общем-то, большое значение в этом имеет желание администрации города Сарова и правительства Нижегородской области в развитии городской территории. Нами в адрес администрации уже направлялось предложение по реализации инвестиционного проекта, частью которого является обязательство по обустройству пешеходной связи на участке от Саровской ривьеры до данной набережной с целью объединения в одно пространство. Но, к сожалению, на данный момент никаких решений не принято. Объединение набережных позволит саровчанам перемещаться с одной части в другую по единой пешеходной зоне. Пешие прогулки, катание на велосипедах, чтение книг на свежем воздухе, йога и рыбалка. Современные микрорайоны многоквартирных домов и таунхаусов от застройщика «Саров Инвест» представляют современное пространство для отдыха жителей города на любой вкус. Дарья Кузина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».